E-Gaming Bets – ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай! Экспресс-наряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баны команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Ну что ж, вновь всем привет, дорогие друзья. Мы возвращаемся в прямой эфир и смотрим за третьей картой между Flipside Tactics и Team Secret. Напоминаю, это финал европейской квалификации. Это Best of Five. Команда, которая выигрывает этот матч сегодня, в январе, в конце января, если быть точным, 20 числа, начнет играть на LAN-финале вместе с такими командами, как Винкс и DC, они же Digital House. Ну, конечно же, другими командами, которые тоже выиграют отборочные осталось в своих регионах. Поехали смотреть. По-прежнему для вас микрофонов сегодня работают адекваты и Light of Heaven. Третья карта, драфты, погнали. Рустам, как тебе вообще баны? Вот ты посмотри на эти чудесные баны. Ну, я чувствую, котел, да, тут вот Warlock. Shadow Demon и Warlock. Юмета. Юмета. Ну, это баны характерные, опять же, по исходу первых двух карт. Ну, очевидно, что на Варлоке и Секреты выиграли, да, и Flipside Tactics выиграли. То есть герой крайне опасен и в руках той и другой команды. Поэтому от него либо ты его берешь, либо ты от него избавляешься. Очень просто. Ну и также вот Секреты, мы видим, избавляются от сигнатурок. Flipside Tactics убирают еще и Распирита и Дума. Мне вот эти баны начинают напоминать баны против ЕГЭ, когда они встретились с CDC. Там был такой момент, то, что они их вынесли с Тэчесом, причем вынесли довольно-таки красиво. И CDC в один момент испугались этого Тэчеса и тоже начали его банить. После этого вышли из банов такие герои, как Лишрак, там и другие ребята подъехали. И в один момент, когда мы посмотрели на Лишрака, на то, как CDC мы играли, все команды вздохнули и сказали, боже мой. И мы этого героя весь турнир против них банили. Да лучше бы мы его отдавали, если бы мы знали, что они на нем так играют. Действительно, там как бы ближе к гранд-финалу, когда вот уже люди играют на тех или иных героях по 10, по 15 раз, лучше всего от них избавляться. Потому что, кто его знает, может быть, там в Flipside Tactics уже забыли, как с Draw Ranger играть. Все ведь может, да, оказаться. Ну, Wisp Draw Ranger сегодня был при игре против Team Liquid, если я не ошибаюсь. По-моему, даже победку завезли. Ну, с Draw Ranger точно играют. Flipside Tactics это прям 100%, уже который бы там третий, четвертый день комментим эту команду. И периодически нет-нет, так в серии одна Draw Ranger точно появляется. От Седова, конечно. И сейчас у Team Secret небольшие проблемки могут возникнуть ввиду того, что пик с Draw Ranger чаще всего идет тебя давить. О, тут еще и Чен подъехал. Пик с Draw Ranger зачастую начинает сносить твои вышки, и тебе желательно, чтобы у тебя были маленькие кулдауны, чтобы ты хоть как-то мог отбиваться. Потому что если Flipside Tactics надавит на то, что Tidal Ravage, и после этого 150 секунд КД, можно за эти 150 секунд забрать Рошана, забрать еще какие-то вышки и просто поднимать свои нетворсы. Поэтому пока что мне вот сверху улыбается план. А вот снизу нужно спасать ситуацию и контрить Draw Ranger. Ну, пока аккуратно Secret начали свой распик, да, то есть они взяли двух суппортов, лейнинг суппорта Виспа плюс Ром еще Баунти Хантер, Тайт Хантер на оффлейн. Вот сейчас будут двух своих коров показывать. Вот, например, Мирана. Мирана будет одним из коров, соответственно, скорее всего, пойдет на мид. И, ну, будет тем героем, который купит себе там Аганим, да, соответственно, будет хоть какой-то отспам, будет хоть какой-то антипуш. Опять же, если успеет выфармить. Тут Тимбер Сот, Flipside Tactics. Да, Тимбер это, ну, варианты два. Первый, мы ставим его в легкую против Тайдхантера, и он стоит. Причем стоит на ура. Второе, мы ставим Тимбера в мид,
И осталось любой роуминг с Баунти Хантером после получения третьего уровня на Тимбере полностью нивелируется. Там его нереально убить за счет большого количества армора. Вот. Ну или может быть они просто увидели то, что пока у Team Secret таких типа суперкастеров нет. Ну, разве что Старшторм Мираны со стрелой, и решили, что Тимбер это то, что будет вытаскивать лейт гейм. Ну, неоднозначный пик. Частенько стараются брать либо какого-то рейнджевика, чтобы он тоже хорошо бил это раз. Там может быть какой-нибудь инвокер. И опять же в пуше он хорошо себя показывает. Либо, если это милишник, то какой-то милишник-инициатор. То есть... Акс. Ну, Clockwork, Акс, да. Вот да. То, что играет Flipside Tactics. Между прочим, то и Clockwork, и Акс были доступны в драфте Flipside. Да? То есть ни того, ни другого не забанили. Но вот они все-таки сделали ставку в пользу Тимберсу. Ну, да-да. То есть что-то такое, что очередь способно сил, остановить врага, когда героя. Он бежит на Draw Ranger. И желательно, чтобы он пробивал Black King Bar. Ну, в случае с Clockwork'ом... Дим, извини, да. Что тебя перебиваю. Конечно. Короче, они взяли Тимбера, поставят его против Тайдхантера на легкую, сами Дровка и Вич Доктором пойдут на топ, Чен осталось займет чужой секунд. Лес, и сейчас еще кого-то мидера подкрепляем, победка. Хорошо, я бы поставил в мид одного героя, и возможно это даже Дровка, а в это время пошел бы вниз героя. С Вич Доктором, и, ну не знаю, может быть какой-нибудь Луной там, например, и выносим. Ну, план-то примерно такой же получается, да, просто с перестановкой. Да. Мест слагаемых, что называется, сумма-то не меняется. Last Pick остается в Flipside Tactics. Давайте, подтвердите нашу теорию. Вы действительно, ну, это логично взять Тимберсоу против Тайдхантера на линию. Это логично, это круто. Тимберсоу против Тайдхантера стоит хорошо. Это мы понимаем. То есть это где-то будет на верхней линии, судя по всему. То есть вот можно подправить Дровку и Вич Доктора вниз, Чен там в чужом лесу также побегает, возьмет какого-то сумона, придет, поможет уничтожить нижнюю линию, зная, что там будет, например, какой-то просто слабый Висп и Баунти Хантер, которого может быть одной синтрезе контрить. И в мид сейчас хорошего героя против Мираны. И победа. Какой-то герой, желательно, чтобы он мог хоть как-то цеплять, потому что у Flipside Tactics все герои очень больно бьют, но от них пока Team Secret убегает на треках. Только ВД каски кидает и все. Вот он стан как раз. Кстати, он во-первых, он и станет. Героя. Во-вторых, он пушит под аурой Draw Ranger. Ну и в-третьих, он сам по себе выполняет функцию танка. Хороший, ну, да, и плюс ко всему еще покупаешь блинк, это инициатор неплохой так-то. Да. По-моему, очень элегантно справились с Last Pick'ом Flipside Tactics. Драфт мне их нравится. Мне тоже. Осталось 5 секунд. Давайте посмотрим, как Team Secret спасает ситуацию. Теперь нужен керри. Шторм был бы хороший, если бы он не был забанен. Такой супермобильный, улетает дровку, убивает. Желательно что-то, что борется с Draw Ranger, чтобы можно было быстро до нее добегать. Сокращает дистанцию, да, а но слака не возьмешь, наверное. Ну, или что-то под виспа, например, может быть какой-то тини там, чтобы висп-тини просто влетали на нее и убивали, поскольку... Ну, долгие файты явно не за Team Secret. Вот они отдали Revenge, они отдали прокас Мираны и на ручках. А на ручках Flipside Tactics сразу сильнее. Там у них огромное количество армора, очень много дэмэджа, при этом они захиливаются вообще все под этой палкой ВД, нужно взорвать прям, Ну, вместо Тини будет Джиггернаут. Тоже вариант. Не сказать, что самый хороший вариант, все-таки Чен, он как бы немножко ломает жизнь Джиггернаута своими крипами, особенно если собирает агоним. Но даже в таком случае Джиггернаут, если добирается до дровки, он ее способен вырезать. Ну, такой... Ну, для Team Secret им показал, что это спасительный вариант. Не знаю, мне так не особо нравится. Ну ладно, в любом случае посмотрим, как они с ним сыграют. Тут еще главная линия хорошо отстоять. Ребята разбирают себе своих героев. Да? Да. Да, они разбирают своих героев. Я вообще добавил, он хорошо вписывается в комбинацию Team Secret, где Tidehunter врывается, дает Ravage. Убивает часть крипов. Мирана, если закидывает двойной Старшторм, то тоже очень больно. И вот когда крипов не остается, такие тонкие герои, как ВД, Чен и Draw Ranger, могут пострадать. Так что, в общем, это их план. План капкан. Ну давайте начнем представлять тогда игроков и их персонажей. Так, Team Secret, начну я с них. Radiant, соответственно, Джиггернаут от MP на легкую линию в качестве фармилы. Пайлайдай суппортить им будет на виспе. Товарищ 4F, но оффлейн Тайдхантер сыграет, мидван, соответственно, медовая Мирана, ну и Пупей, Роумич и Баунти Хантер. Да, и флипсайд. Седой Draw Ranger, Ванскор, Вич Доктор, Роджер, Чен, Крейзи, Драгон Найт и Шачло Тимберсоу. Слушай, читаем как открытую книгу Flipside Tactics, Шачло идет на топ.
В мид идет ТК, и это трипла в хард. Чувствуешь уровень? Чувствую, аналитика. Да. Аналитика. Аналитика работает. Но правда сейчас вот обнаружили шачло, и вот он показывает своим видом, что все-таки пойдет на сложную. Нет, видимо, тут план поменялся сразу же на ходу флипсайд тактикс. Или не поменялся, пока совсем непонятно. Пока понятно только то, что они хотят нижний спаун руны отжать, в то время как секреты тоже намереваются, судя по всему, туда пойти. Много путешествует по карте уже по пей, уже юзает Clarity, уже отправляется куда-то. Вот он видит сейчас шачло в очередной раз, очередной клик прошел. Хантер все равно даже не пытается как-то там линиями поменяться, например, да? То есть они тоже могли избежать, например, попадания Тайдхантера против Тимберсол. Могли Тайда в легкую отправить. Но не захотели. Ну, все тогда у флипсайдов хорошо получается. То есть по их плану все замечательно. Тимберсол будет стоять против Тайдхантера, они так и хотели. Полный порядок. Главное сейчас из виду просто не упускать Пупея и его перемещение. Потому что вот эти вот ранние подрезы курьеров, плюс, может, какие-то выходы в мид неприятные для Драгон Найта, они могут очень серьезно ему жизнь поломать. Пупей пока бегает, тут у Роджера, если что, один центрик имеется. Поставили центри, нашли Пупей, вот он Пупей, вот он Роджер. Пупей прекрасно видно, подтягивается еще ванскор с касками, можно Пупей подразмять. Вот так, еще и просветили, да и то, что размять его убить можно, не то, что можно, даже нужно. Тычку последнюю прописать и на хилку развели великолепно ванскор забрать. Да, у них сегодня просто все получается, что не игра, постоянно какие-то шикарные мувы, и вот у нас центря, которая покорила Пупея. Они причем ждали, то есть вот Чен даже не двигался с точки. Он ждал, видимо, вот этого спауна, да? Стоял на месте, сентри был, и то действительно Баунти Хантер на него пришел. Ну и вот тут уже Баунти Хантер в миде, вот уже начинает мешать, крейзи. Ну, понятное дело, что Миран, не будучи рейнджевиком, чуть несколько попозже, попроще стоять на линии. Но все это не имеет смысла ровно тогда, когда появляется, например, третий Брасфайр у крейзи. С третьим Брасфайром, с ботла можно просто обуздить из пачки там, трех крипов забирать к минимуму. Ну что ж. Вот он еще закупился очень хорошо, у него Пурмен Шилд, поэтому сложно будет пробивать его Баунти Хантера, как правило, он просто будет отрегениваться. И такое ощущение, что Пупей единственное, куда бегать, это за руной, за рунами, либо за Ченом. Как-то больше вариантов у него особо нет. Чен уже не стесняется. Вылез уже вниз, взял себе медведемона крушителя. Сейчас будет этим медведемоном крушить. Ну, тут уже МП недоволен. Начинает его от крипов прогонять. В принципе, Дроу Рейджер может спокойно делать. Это покачался Фрост Айрос. Дэмэджа хватает. Но МП вынужден несколько страдать. Тоже нужно обязательно приобрести себе Пурманшот. Значит, дэмэдж можно будет не пережить в один момент. Каски ванскор тоже не стесняет использоваться. Ну, в общем, идет такое массивное давление на нижней линии. На этого Джиггернаута. Дует, слушай, еще и торнадо пошло. Это дикокрыло потрошителя. Все против МП. Я просто не уверен, что пришедший сюда Баунти Хантер спасет ситуацию. Вообще не уверен. Ну, он старался сейчас подрезать курьера, но курьера пока нет. Спрятался вот, поехал. Вообще за тавр зашли у нас здесь флипсайд, очень нагло действует. Сжимает, посмотри, что происходит. Хиллингвард вынужден был поставить Джиггернаут, моментально он сбивается дровкой. Тут же Пайлайдай, у которого мало хп, начинает ванскор пробивать через каски. Пайлайдай страдает на тизере, нужно подтянуться хоть кому-то, да, подтягивается никому так Пупею. Сюда пробивает, сюда не растерялся на развороте, пар плюх в спину и Виз погиб. Еще один фраг. Есть у нас Blade Fury от MP, но дэмэджа не хватило, чтобы убить кого-либо. И 2-0 начинает флипсайд тактикс. Да, ну как я сказал, Баунти Хантер, по-моему, он может бегать за Ченом по лесу, но он не может на линии что-либо предъявить, потому что Баунти Хантер этот парень 500 хп, ну тот же Чен там, допустим, 680 хп, все приблизительно ровно, и при этом у Чена еще с собой есть крип, который, вероятно, сильнее любого из них. И поехали за Ченом, начинает его бить, подходит Джиггернаут, у него пока вертушки нет, и очень больно Палайдай, скорее всего, уйдет. Тычку последнего, не уходит он никуда, и Баунти Хантер сейчас... Идет дальше делать свою работу. Ну, хотя бы размен. Уже что-то. Да, и хотя бы размен. Отдача. Пока крипы Чен решают, и, по-моему, Secret могут довольствоваться тем, что хоть как-то отбиваются. То есть хоть как-то получают экспириенс до 6 уровня Баунти Хантера. Ну, вот мы видим, что на соло-позициях пока все довольно-таки спокойно. Крейзи даже чуть-чуть впереди по крипстату. Ну, там разница минимальна. Ну и, конечно, Тимберсок, который никаких проблем против Тайдхантер на линии также не имеет. Ну, в общем-то, и Тайдхантер тоже против Тимберсоу не особо сильно страдает. Вот они оба фармят, и им обоим хорошо. Да. Один купил... Ну, они оба купили топорик. Правда, Тимбер еще не взял. Там один добивает крипов с своего Вирлинг Дэс, а второй добивает Санчер Смэша. И так вот
Такая вот замечательная линия. Ну да, два толстячка таких, друг друга не точно не убьют. Убить друг друга ложками, как-то так. Ну да. Медленно, мучительно, и может быть даже и невозможно. Ну а внизу самая интересная линия, конечно же, здесь 6 героев. Помимо героев еще и суммоны периодически появляются. Ну, давайте сравнивать крипстаты, и что мы здесь увидим. Джиггернауту 8 крипов убитых всего лишь. Причем часть из них, я так понимаю, это крипы нейтральные. Возможно. Сейчас еще идет отдаваться, возможно. Он сейчас отдаст, скорее всего, от Ванскора, который тычку ему последнюю пропишет. Изи. Боже мой. Боже мой. Для Ванскора. Вообще катастрофическая ситуация вырисовывается. Чену достались очень хорошие крипы. Это сатир аура регена. Раз. Савух аура армора. Два. Тут у одного савуха 9 армора. Ничего себе. А у крипов плюс 5. И вслед за этим еще ВД купил базильку. То есть, ну, тут просто ауры. Главное, просто пуш пошел. Беречь. Просто пошел пуш. Катапульта тоже рядышком имеет. Седой пресижен аура вкачана. Единичку, правда, но ничего страшного. Есть уже глиф. Ну и секретом нужно спасать каким-то образом свой таур. Только как это сделать? Шоквейвы замечательные залетают от сатира. Он все еще жив. Нужно пытаться сдонать хотя бы тавр. Тычка последняя от дровки. Тавр достается им. Импи раскручивается. Каски залетают. Неприятный паути хантер. В Седова пошла атака. Но импи не должен здесь добивать Седова. Ни в коем случае. Сам Паладай довольно серьезно потрепался себя. Нет шоквейва. Просто импи не хватает у сатира. Ванскор идет до конца. У него сапог есть. У Паладай сапога нет. Ванскор должен догонять. Мувспида просто элементарно больше. На полтинник даже на 55. Паладай хорошо тизерится. И под хилинг-вардом подрегенивается. А Ванскор здесь зажался. Ванскор, проблемы, Ванскор. Ванскор! Выпустите! Выпустите меня отсюда. Отлично, выпустили. Так, что получается? Получается 4 фрага в размен на 1 килл со стороны Team Secret. Снесенный тавр на 6-й минуте. А это не только плюс. И замечательный крипстат у Drow Ranger. Она обгоняет Джиггернаута в 2 раза. Сейчас хотели секреты как-то повлиять на ситуацию снизу. И Миран уже делал ТП тут тем временем Сайлен с наличием Джиггернаута. Хороший харас. И Импи пошел до конца на своей вертучке и врывается Фарев. Ну, Фарев должен как-то помочь. Импи на развороте еще пытались пробить. Хорошо, подкиливает здесь. А Висп, и вот он, Ревидж. Должны будут забирать Drow Ranger. Также Роджер подставится. Ну, вся команда сюда пришла спасать нижнюю линию. Просто вся команда. Ванскор. Вот если кого не ударить, не спалиться, но здесь тоже нашли. Минус 3, Мидван делает даблкил. Ну да. Много ресурсов было потрачено на то, чтобы снизу спасти ситуацию. Они действительно ее спасают, 1700 голды в разнице зарабатывают, но всегда есть какое-то но. И это но, это, конечно же, фрифарм двух кор-героев на линиях. Что ДК форму прожал, тир один тавр начинает пробивать, что Тимберсоу пошел за тавр, и, соответственно, тоже линию подпушивает. Да, сейчас ДК нужно держать ухо востро, поскольку уже врывается баунти, тает виспы, начинает его вовсю месить. Миран также на готове, его забирают. Ну просто 5 героев было снизу, как бы, а куда им еще идти? Центр, а потом вверх. Возвращаться на своей линии. Ну, Крейзи здесь, да, слишком обнаглел, далеко пошел. Видимо, думал, что он очень плотный, Драгонайт, оказалось, что не очень плотный. Но, тем не менее, флипсайды продолжают гнуть свою линию, Седой перемещается на топ, сейчас заручится поддержкой своих тиммейтов. И попытаются снести еще один тавр. Примерно на верхней линии. Так тоже работает. Ну, вот, правда, и низ тоже нужно спасти. Дровка снова погибает. В очередной раз ее забирает Висп с Баунти Хантером. Огромную работу выполняют эти два суппорта. Они даже несмотря на то, что снизу их довольно-таки сильно прессовал Чен, просто побежали в мид, убили Драгонайт. И теперь еще побежали вверх, убили Drow Ranger. Нет, на самом деле это все было преимущество, флипсайды уже отдали, это то 100%. Потому что да, Пупей купил себе Arcane Boots, у него сейчас 6 уровень будут треки. У Паладая 4 уровень, у него тоже все неплохо, купится сапог, в всяком случае. То есть, действительно, все было преимущество, просто отдали флипсайды. Они вели 3000, все было замечательно. Да-да, когда у тебя Чен, это преимущество желательно наращивать, потому что после каждой смерти тебя и твоих крипов, тебе приходится обратно возвращаться в лес, опять этих крипов набирать, и таким образом у твоего противника появляется очень много времени, чтобы что-либо сделать. Что смещаются в мид флипсайды. Здесь подтягивается Чен своими суммонами. У Крейзи откатывается форма. Главное, чтобы тиммейт успели тоже подойти, чтобы никто не загуливал. Потому что сейчас есть 4 персонажа и Drow Ranger, которая фармит одна. Ну, Седой пытается ультимейт себе взять. Очевидно, нужен экспириенс. Если идти в пятером, она этого 6 уровня вообще не получит. Так вот, на нейтралах. На нейтралах понемногу, помаленьку. Ну, пуш такой весьма сомнительный пока получается. Тавр не слишком-то быстро падает. Хотя вот сейчас с Драгонайтом, конечно, побыстрее дело пойдет. Опрыгивает. Глифа нет.
Джектор забирает. И приходит сразу раскрутка и пошел на ванскора, плюс тычка, плюс тос. Ванскор пытается хилиться. Получается это сделать, Драгонайт еще отстанивается. Джиггернаута и Брэсфайром откидывается. Правда, остается один против всех, и его забирают через Слэш МП. Ну и где же была дровка-то в этот момент? Где же была дров рейнджа? Да вообще, наверное, поторопились. Лучше вот если ты уж такой пуш делаешь, что даже здесь 6 уровня на дровке, чтобы, ну, хоть немножечко все герои били побольнее, там тоже Чен. Тот же Драгонайт в форме получше бы дамажил. Ну и после этого я бы сказал еще, порекомендовал дождаться 6-х левелов на ВД и на Чене, потому что эти ульты активно в драке помогают, особенно палка ВД. Да, пока довольно серьезно по макро переигрывают Секрет, то есть еще и Седов, опять же в Солн остался, уже есть релокейт, но вот отдали очень много экспириенса саппортом, они уже апнули себе 6-й уровень, появляются треки, появляются релокейты, и Флипсайдер, ну, и допускают ошибку. Да. Мид возвращается, еще и Пайлайдай выживает, плюс ко всему Мулайт Шадоу сверху. Спасает. Спасает Виспа. 8-4, 11 минута встречи, и начинают секреты уже вести в этой игре. Плюс сами намереваются подпушить. Ну, уже можно, уже все хорошо. Ванскор на дефе пока стоит. ТП сюда вниз. Довольно опасное ТП. Выходит Ванскор. Каски. Тимбер также здесь, на развороте. Фьюри. И... улетает Джиггернаут, но Мидван, скорее всего, не уйдет. Говорю, у Мидвана просто МП не хватает. Пожадничал, да. Он вообще, видимо, хотел убить Вич-доктора, но вот Джиггернаут молодец, сразу среагировал и на вертушке сделал тп-аут. Решил не рисковать. Череда таких мини-ошибок, да, стороны обеих команд. Как остаться без МП, конечно, Миране, это интересно. То есть лип был, но спастись не смог. Ну, раз уж тут пятерка флипсайдов наконец-то собралась вместе, то, извиняюсь, четверка. Опять кого-то не хватает ДК. Ну, все равно попытаются, конечно, подпушить. Товар нужно забирать. Стратегии-то она не меняются, флипсайдов, несмотря на отдачи. Все еще нужно пушить, все еще нужно давить противника. Но вот с каждым разом это делать будет сложнее, когда кто-то там кого-то убивает. И Хантер почти мека, например, вышла уже. Между прочим-то есть Ревидж, поэтому Фореву резонно подраться пойти. Ревидж сейчас кастануть, Ванскор, например, по треками забрать. В одного, конечно, тратиться не хочется. Вот MP ускоряется, он не слышит сейчас, да, должны будут забирать. Там теперь со стороны Паладайс инициировал Крейзи. Плюс также Шачло пытается ПП развалить. ПП минус, размен 1 в 2. Газ там откидываются пока в Джиггернаут. Он не слышит, он уже потратил, вот он Ревидж залетает. Крейзи, большие проблемы, раскастовался перед своей смертью. Помог Дро Рейнджер сделать скилл, но по итогу четверых уже потеряли. Эру залетает никуда, погоня за Седым, по трекам. Седой никуда здесь не уйдет, конечно же. Это будет минус 5, тим вайп. Трипл килл by MP. Вот это почти КГ. Да, похоже на то. Да, когда вот такие у тебя лунные пуши в начале игры не заходят, и ты в первую очередь рассчитываешь на сноубол, то потом уже выкарабкиваться очень сложно. То есть вот, например, по файту мы видим, как вообще легко забегает Team Secret, убивает Чена ВД, и те ничего не успевают сделать. Там что ВД, что Чен склеили свои ласты сразу. У них очень слабые нетворсы, мы видим, да? То есть особо не фармят, особенно Чен. При этом Тайтхантер, он просто врывается в толпу, ты его не можешь убить, потому что у вас пока очень маленький левела, и не хватает немножко бурста, и он заставляет вас убегать. Потому что если вы останетесь, то вы все пойдете в ревач. А в это время накидывает Bounty Hunter трек, как мы видели. Он его кинул. Этот герой, даже если убегает, он все равно проигрывает, потому что вы бежите быстрее. И непонятно, как вообще теперь флипсайд будут выкарабкиваться. Им разве что светит абус Рошана. Все. Кроме этого, даже нет вариантов. Да, проблемы. Есть определенные проблемы. Флипсайдам нужно прямо сейчас собраться, иначе можно будет просто игру уже выпустить из рук. Серьезно, набирают обороты кор-героев. Да, вот мы видим, что у Мирана все в порядке. Вот у Джиггернаута его давили, его над ним доминировали, вообще ничего не давали делать поначалу. И тут уже третий нетворс больше, чем у кого-либо из флипсайдов. Так что теперь нужно минимальное количество ошибок совершать флипсайд. Значит, действительно, good game will pay. Да, ну, похоже на то, что они вообще решили просто продолжить свой пуш, потому что сверху уже собирается Draw Ranger, также Чен набирает крипов, пусть даже вот ничего такого хорошего нет, ну, какая-то мелочь все равно поможет, и идут. У Драгонайта не хватает дармлета немножко. Возможно, стоит подождать и пофармить, потому что с одним шлемом далеко не уедешь. Ну, ждать тоже особо не хочется, еще полторы минуты не будет Ревиджа, и вот нужно воспользоваться этим, хотя бы тир один разобрать. Потом-то с Ravage'ом-то совсем все плохо будет, плюс ко всему Тайтхантер-то еще и Меканзов появляется. Ну, Тайтхантер собирается в того самого Тайтхантера, которому не нужен блинк, он просто позиционирует себя как танк и идешь на передовую.
Как бы ультимейт может быть тогда чуть меньше, чуть хуже, но при этом очень много плюсов в плане статов. Ой, релокейт пошел, Тайдхантер, нет еще Рэвидж, но просто пытаются напасть. Тимпис попадаем уже здесь, Тимберсоп пытался раскастоваться. Ну и что? Драка так немножко задержалась. Подхил Чену неплохой на развороте, пытается законтрить Джиггернаут, очень быстро достану его срезали, стоит Десвард. Отлично, щитный Десвард, переоценили свои возможности ребята из Team Secret, ибо не было Рэвиджа, они драться пошли. Большие проблемы сейчас у Пупея, вроде как сваливает на 9 хитах. Шачло идет до конца, Тимбер Чейн пытается проесть, Пупея все-таки спасается Пекстом, вроде как. Да, просто, просто на кураже Джиггернаут вошел в драку. У него даже ульта не было, он полетел на вертушке и думал, что его простят. Всех убьет, да. Сори. Крейзи, останавливают Форева, стан дают, тот же сбрасывается стан. Энка смэш. Каски пошли, да, тут вот, короче, ошибки наши. Непонятно, да, что он вообще стоит, как бы, Джиггернаута нет, Джиггернаут не придет. Тут, если посмотреть на виспаун, вообще он находится снизу. И это просто подарок для флипсайд, минус одна вышка, минус вторая. Пуш продолжается от флипсайд тактик, стратегия не меняется, все в порядке. Продолжаем давить, а тир 2 тавр падает, но вот с одной большой разницей, что в следующем замесе будет уже и Ravage, будет уже и Omni Slash. Я сейчас чувствую, Диагонайт умрет или БХ, и сейчас МТ-3 пойдут снесут, если так продолжится. Так. Джаггер крутится, Лавыха мутится, отошли. Разобрали два тавра, выиграли замес флипсайды, Эрроу в спину залетает, Чен себя принимает. Ну а продолжение будет ли? Тос залетает, конечно, пока не так и больно. А Тимберсо пошел с рассказа, попадай, пытался, да? Не вышло. Джаггер. Герсон не слэшем теперь. Тимберчейн, ай-яй, Шачло ошибается. Старшторма залетели, очередной Блэйд Фьюри. Шачло пытается уйти, Эрроу залетает, Эрроу мимо. Тут же на ТП-шке, сразу же прожимает, Тосом сбивает Роджера ТП. Трек развешивает, ТП прожимает Крейзи, Роджер здесь не отпустит. Ванскор, скорее всего, не отпустит тоже. Два килла по трекам должно быть в копилку. Да. Это такая забавная игра, ты себе не представляешь. Слизой улетел, и флипсайд вместо того, чтобы отойти чуть раньше, они решили остаться, и теперь их убили опять в меньшинстве. Такая забавная игра. Что одни, что вторые обмениваются любезностями. Да, постоянно да, да. Дают шанс. Согласись, камыч. Достойны друг друга обе команды. Да, они оба достойны друг друга. И в прямом, и в переносном плане. Именно. Вот, действительно, вот третья карта забавная. Ну вот чувствуется, что уже как-то вот ребята больше на кураже пытаются игру доиграть, чем какими-то выверенными академичными действиями. Потому что идут как-то вот уже... Иногда даже не задумываются о том, а стоит ли идти, например. А есть ли какие-то кулдауны. Просто вперед. Ну вот я знаю, что флипсайды сейчас очень сильно устали. Их игра с Team Liquid вымотала, это точно. Еще там напряженные первые две карты Secret им было. По третью карту вот против Secret очень тяжело настроиться. Но нужно собраться, другого варианта нет. Джаггер, дубль 2, решил пойти вперед, но в решающий момент передумал. А не, у него слэша не хватает АП. Ну да. Такое бывает. Хантер с Рэвиджем, кстати. Неки, правда, нет, уже прожимал. Просто улетает на релокейте. Обратно, да. Ну и что, будет какая-то атака со стороны флипсайд. Судя по всему, смок они прожимают. Тот смок не видели, скорее всего, Team Secret. Ну кого забирать и самое главное, чем? Ну, я думаю, сейчас секреты догадаются, тайда вперед пустить. О, Драгонайт на хосте идет вперед и под Рэвидж прям встреют, ребята, под Эко Смэш подарок. Пришел сам в руки, минус 3 моментально. Пайлайдай пытаются в ответ хотя бы взять, там еще Крейзи на развороте. Выдает седым какой-то дэмэдж, забрали виспа, но седой падает. Падает также и Тимберсоу, минус 4. Под треками. Это просто жесть. Они прям прибежали в Рэвидж, они просто туда... Да. Они забайтили, прилетели. Они заманили. Они сделали вид, что им страшно, а так просто заманили их, где не было видно. А Крейзи, вот, что гуляет Крейзи? А, хотят подраться тут вместе с Тимберсом. Дать с мекой, но подстанили. Эро залетает точно в Чена, плюс у него подхил есть. Роджер, нужно дать подхил, иначе ты погибнешь, подхил выдает. Хорошо жить будет, МП теперь раскручивается, сам пытается уйти и спасается. Неплохо. Что, форево можно? Треки, тайт, беги. Вообще, я бы такое делал. А там релокейт, слушай, там релокейт. Может и весь спасти сейчас. Полайдай, отличный тизер. Еще один трек. 383. МС. Все, выжил. Ну, в общем, если вот тайт идет вперед, а за ним все остальные, при этом у всех есть ульты, то как выиграть драку флипсайд вообще не ясно, так что вот теперь их шанс пойти забрать Рошана. Вот прямо сейчас. Я хочу, чтобы они пошли и забрали Рошана. Нет Рэвидж, опять же, это знак для флипсайдов идти вперед целую минуту. Он не слэшен. Вообще, ну, вот давайте, ребят, это ваш шанс. У меня, по-моему, вся игра у нас с тобой будет делиться вот на 1-2-1-2. Ну, такое, такая
такие события. В первом случае флипсайд будет всей командой умирать, во втором случае флипсайды будут пушить. Будут что-то делать. Да, ну кстати, вот они переворот совершили здесь только из-за этого. Только из-за того, что не было ультов. Если они еще раз так сделают, то может быть что-то изменится. Не, ну графики так и будут за вперед ползти, да. Ну, теперь, я думаю, секреты будут умнее уже, на собственных ошибках будут учиться. И зная, что у них ультимативных способностей нет, просто не пойдут драться. Ну, то есть, для этого, конечно, должны проявлять активность флипсайд. То есть, должны навязывать борьбу. То есть, идти на Рошан, ломать тир 2. Но мы видим, что в момент отката того же самого Ravage и Omnislash'а флипсайд решили пофармить. Распределяются просто по карте. Очень опасно вот именно затягивать игры, когда у врагов большие кулданы, потому что вначале ты умер. Вот ты погиб, и ты появляешься через 20 секунд. Ты уже можешь идти наказывать врага за отсутствие ультимейта. А если игра затягивается, и вы там уже в таверне сидите по 80 секунд, то, как правило, там, когда герой появляется, у него уже там ульта наполовину откулдаунилась. Так что... Флипсайд вперед. Есть Ravage уже у Тайдхантера, есть Блинк Даггер. Ravage, между прочим, второй. Сейчас чуть проще будет Форео инициировать, чуть проще будет залетать. Ну, если флипсайды сами не зайдут к нему в Ravage, то он уже зайдет к ним. Ну что ж, прожимается смог, флипсайды действительно пошли в атаку, но вот кулдаун, ультимейтов секрет всех прошли. Однако пока они не вместе, этим можно воспользоваться. На Паладай, например, накинули Чакрам немного мимо, Паладай пока еще жив, Киллингвард неплохой стоит, ставится Десвард, Паладай прячется, Мунлайт Шату найти, отыскать надо, средства обнаружения нужны, где Даст и где все, ребята. Против Мирана играем в Доту, круто. Ничего не взяли с собой, обалдеть. И все еще кого-то ищут. А сейчас к ним придут. Сейчас придут. Ну, Виз, конечно, прилетает. Тут же MP рядом. Blade Fury пытается Драгонайт взять. Пайлайдай вперед. Тайдхантер пока стоит на месте. Получает гаст. Эрол залетает не точно. Попадает в крипа только. Заманивают за елочки. Стараются развесить заранее треки. И Виз понят. Можно лишний раз не рисковать, пока Драгонайт бегает под формой. У него нету блинка, поэтому ему сложно подцепить, если секреты будут играть осторожно. Кайтить. А после того, как форма закончится, можно нападать. Хаста! Забирает Тайдхантер все-таки, но получает стан в ответ. Немного дэмэджа было еще от Сидо. По MP вроде отбегает, залетает. Неплохо, Шачло, кстати говоря, на Тимберче не залетел. Немного погрыз противника, но задержать на месте не получилось. Теперь отбегает, потому что Фарео пошел вперед. Вот он, Ravage залетает по четырем героям. Начинает мидван пробивать, тут же под хила Чена. Ravage практически ушел в никуда сейчас. Но второй волной атаки пойдет у нас Баунти Хантер вместе с MP раскрут через Blade Fury. Тиберсол уже погиб. Ну и что, драка у нас будет... Да, видимо, в сторону Secret, падает еще и Чен, бегством спасается Flipside Tactics, хотя на развороте Crazy решил немного подраться, тут же юзает тэп-аут. Нет Arrow, сбить нечем, но Седой где-то все-таки встрял. OneScore делает тэп-аут, и в итоге минус 3, вот всем Secret. Вот это Ravage. Возьми Dragonite Custom, скорее всего, бы догнал Secret'ов. Сумел бы дать стан, и уже, может быть, драка началась бы в их пользу. Но Фарев, красавчик, прям успел, среагировал, забрал эту руну, ну и на хосте просто бежал в толпу. Забавная ситуация, он бегает в толпу и просто нечем останавливать пацана. Он просто бегает вчетверых и Ravage. Да, то есть и моментально выйти из Ravage тоже не получается. По КБшек нет, да, каким-то образом. Форстафы тоже флипсайды еще не поднакопили себе. И поэтому, когда развешиваются треки, то есть мовспиды и так у Secret побольше, плюс блинк у Тайдхантера, избежать Ravage по четверым или по пятерым, ну, практически невозможно. Тем более, флипсайдов просто такая еще и тактика, что они прям в пятером кучно бегают. Центральную башню сил света атакуют. Но в итоге еще один файт был проигран, 8000 превосходства имеет Team Secret это в плане денег, по экспириенсу 8000 также. Рошан стоит и ждет флипсайд. Ravage нет, это... Да. Потому что пройдет 70 секунд, пройдет, ничего не изменится. 55. Вообще ничего. Они также пойдут, кастанут Ravage и. Им крышка. Даже более того, еще даже получше артефакты появятся у Team Secret к следующему файту. Да. Тот же MP с Мантастайл выйдет, у Медвана блинка гоним уже имеется. Там появляется, между прочим, Пупей Crimson Guard. Вот треки на раскидывал, называется, денег очень много. Но тут дабл дэмэдж, очень хорошая руна для Седова, если что-то и пытается им воспользоваться. Сейчас заходит на Рошана. OneScore купил медальоновка Rage, отлично, можно Рошана подводить быстрее, чуть лучше. Пошел Moonlight Shadow, треки развешиваются, Crazy. Пошел Форев просто вперед, у него до сих пор нет Ravage, но Старшторм и Седова очень быстро разобрали, слишком сильный магический проказ. Десвард, пока граунд ставится, не чувствует особо этого в Team Secret, потому что имеется Crimson Guard. Роджер встреет, Старштормы залетают, Сумон у него падает, и он так же сам. Ну и Тимберсоу остается один, получает гаш,
помощи никакой нет, и по трекам его также будут забирать. Ну, ну теперь Flipside могу сказать, что они сделали все, что могли в этой игре. И написать ГГ. Да, и написать ГГ. Аутов нет. Да, игра сыграна, это уже точно. То есть, если только ты... как-то секреты не закинут под фонтаном раз два подряд пятером. Не, ну понятно, да, что секреты могут в один момент там пойти фидануть раз, два, три, устроить Snowball Gaming, но по факту, или как-то, по моим прогнозам, эта игра уже не даст будет как. Все, уже стало когда-то... очень плохо. Мы когда-то статистику, я не помню, вот нам давали статистику дровки, она если... Короче, чем дальше, тем хуже. Чем дальше затягивается игра, тем сложнее дровки побеждать, потому что у людей появляются форстафы. Добираться становится проще. Люди покупают блинки. Тоже моментально добрался до дровки, и у нее уже вот ее маркманшип, он не работает. И вот как бы сейчас Secret, в общем-то, это и делают. У них тут Headhunter с блинком, он взлетает мгновенно. Мирана с блинком делает то же самое. Ну, а Джиггернаута просто Висп на релокейте доставляет, и дровки конец. Мидвана. Возможно, сейчас будет ошибка какая-то со стороны Мидвана. Каски. Блинком успевает постоянно. Липчик кулдаун 5 секунд. Тимберсоу не должен Мидвана отпускать вместе с Ванскором. Тычкуют, тычкуют. Да, отлично. Минус Аегис. Аегис сняли. Про Драгонайта в ответ блин, тоже забрали. Блин, блин. Опа. Вау. Ой, куда он переместился. Это Мидван. И стрела. И Пайла, да, здесь что-то делает, смотри. Летает. Умирает он. И умирает. Ну вот так вот. И Ревиш заходит от Форева. С Мидваном вместе возвращаются в файт. Моментально минусует двоих. Шачло пытается сделать тэп-аут. Шачло уходит, кстати говоря. Живучий оказался. Ну, армор настаклась, там 30-ка лишняя. Не да. Пробили с руки. Ну, вот этот файт уже лучше. Выбили Аегис и убили Виспа. Это даже это файтом было сложно назвать, просто загулял там Мидван в один момент. Хоть что-то, хоть что-то. Хоть что-то, да. Тир 2 тавр сейчас секреты будут брать. Реведжа у них нет, но они чувствуют себе силу, но действительно силы у них есть. Очень хорошо раскачанный герой с отличными артефактами, можно уже и самим попушить. Тем более, зная, что нет дроу рейнджа. Идет AP вперед, пачку крипов через Бэтфьюри будет забирать. Диффуз у него совсем скоро появится. Да, диффузы вот уже готовы. Ну и Мидван. Снова хорош Мидван, конечно. Как вот и в первой карте, так и в третьей. Показывает отличный перформанс. 6-1-17 с мида имеет. Топовый нетворс. И, судя по всему, будет покупать себе Зерил. Награда моя. Что усилит магический прокат, конечно. Ну и так он уже видно, что если залетает с Blink Dagger прям вплотную к Draw Ranger, срабатывают эти двойные Старштормы. Ну, то есть он двойной Старшторм дает сам. Плюс одинарный еще от ультимейта срабатывает. И магического урона слишком много. Ой-ой-ой. Ванскор под эру подставился, не замансил, по итогу ныряет прям там Мидван. Ванскор, наверное. Релокейт дальше, нашли еще и Роджера по трекам, Тос, еще один минус. Куда бы ты ни уходил, ты без сентрей ловишь себе на лицо на трек. А что делать Крейзи? А, ну хорошо, блинк появился. Крейзи, красавчик. Куда бы ты ни уходил, у тебя просто Баунти Хантер трекает из инвиза, 1200 рейнджей, и к тебе прилетают агенты. Попробуй выживи. Агенты Габена? Да. Они, весь, они здесь, они тут, они у Secret и у Flipside. Ну просто агенты. Просто агенты разные бывают. Попей, пошел на седым. Гаст.